Всем привет, с вами Бог 10, и сегодня мы будем играть в игру под названием Melon Playground. Почему я сейчас играю в эту игру? Мне в комментах написали, в тех комментах, где я снимал по вопросу Melon Playground, что скачай оригиналку. Так почему я снимал по тот Melon Playground? Если бы вы не смотрели мои прошлые ролики, то тогда я вам скажу. Короче, я вам скажу, что раньше я все-таки снимал по Melon Playground. Но просто... там набиралось... Вот на видео история по Melon Playground вообще 3 просмотра. Это очень мало. У меня вот на просто... На том набралось гораздо больше. Так вот... Ок, давайте тогда я сыграю в эту игру, в оригиналку все-таки, я уже разобрался, и посмотрим, какое все-таки лучше. Какое лучше, мы поймем по вашим просмотрам. Если что, на данный момент на том видео набралось 306 просмотров. Но вы можете посмотреть, сколько там просмотров, потому что я уже неплохо помню. Вроде там около так. Все, начинаем, в принципе. Если быть точнее, я сегодня хочу сделать эксперименты. То есть, я нашел тут штуку, одну. Конечно, она уже долго была, наверное. Это такой шлем, который... Вот, сейчас. Его надо включить. Все, и чел, вот, стой на месте. А тут, сейчас... Эту штуку мы немножко подвинем, чтобы она немного... Вот так вот, все, пусть будет так. И на этой штуке будет стоять мое любимое оружие, коктейль Молотова. Дубль 2. Короче, что-то у меня не получается. Что-то... А, вот, смотрите. Блин. Наверное, эти слишком большие, но если... Стойте, а что если мелоны сделать большим? Короче, я сделал уже его максимально большим сейчас. Я уберу вот это... Ой. Короче, ок, эксперимент не удался. Сейчас, я сейчас об тебя... Вот, коктейль Молотова забью. Дари. Ну ладно, это так себе был эксперимент. Теперь, что бы сделать теперь? А, у меня есть здесь одна штука. Я хочу вам показать сломанную физику. Да не волнуйтесь, это не физика. Ну вот, короче, вот у нас. Я здесь специально приготавливала для Олька такие снаряды. И чуточку позже вы узнаете, для чего именно они. Здесь уже начали взрываться коктейли Молотова. Ну, вот, выглядит это так. Сейчас еще одну бомбу притащим, было эпично. Но, видите ли, здесь бочка. Да, обычная деревянная бочка. А рядом стоит... Ой. А рядом с этой так называемой обычной бочкой стоит... Дофига. Ой, не стоит даже. Ну, лежит дофига. И таких бомб. И вот таких вот бомб. Между ними, еще как вы могли, в принципе, заметить... Здесь еще коктейль Молотова. И у самой бочки тоже здесь коктейль Молотова. Так для чего около какой-то деревянной бочки поставили какие-то бомбы, блин, атомные? Какие-то коктейли Молотова. Для чего это? Зачем? А вот сейчас мы и узнаем. Ну, я-то уже знаю. Вот вам, пожалуйста, самый ядерный. Самый атомный взрыв. Из-за тумана вы не видите ничего. Но сейчас. Сейчас бомбу взорву. И осталось взорвать только эту бомбу.
все, здесь все бомбы и... Та-дам! Сейчас туман рассеется. Та-дам! Вы просто посмотрите. Эта бочка не разбилась. И вот. Красное пятно. Для сравнения. Сейчас. Мы поставим сюда какой-то ящик. И такое же количество бомб. Но только мы там убьем эту бочку, потому что мы... Ой, ящик загорелся. Ну ладно, подумаем с бочкой. Мы уже знаем, что она все у нас сгорит. Вот. Значит, мне кажется, даже другие бомбы не надо взрывать, чтобы понять, что бочка уже разлетелась на маленькие кусочки. А здесь вообще даже бомбы не взорвались. Ну, сейчас мы это исправим. Короче, какая-то нелогика, если честно. Но все-таки. Эксперимент номер два. Я не знаю, как сказать, удался он или нет. Ну ладно, следующий эксперимент. Это что будет, если вот, да хотя бы на Милана, пофигу. Надеть всю одежду с историями он бригад. Жилет, пофигу. Это то же самое. Короче, надеваем потихоньку ему абсолютно всю одежду, которая существует в Мелон Плейграунд в оригинале. Лыция еще. Это даже потом у нас идет каска. Еще вот это. Еще там эту штуку. Это, что у нас еще, шляпа, это, знаете что, я бы уже умел в таком количестве одежды, ну ладно, потом это, еще кепку не забыть, или я уже поставил кепку, не помню, потом еще ботинки обуть, платье не забыть, и это все последнее? А, нет, здесь еще это, бороду, конечно же, и колпак. У меня сейчас даже не лагает, в принципе. Офигеть, вы просто посмотрите. Это... Короче, реально, вы посмотрите... Вот сейчас это если что мело. Но его издевать на часов 10, не больше. Одевать-то это все понятно. А что будет, если он вообще может двигаться? Сейчас, подождите. Да блин, мне его руку взять не удается. Бьется всегда тело. Офигеть. Он даже встать сам не может. Ну, мне кажется. Этот чел очень броневый. На нем одето, у меня даже Мелон Плейграунд подлагивает, но на нем одеты самые, понимаете, да, надеюсь. Здесь уже, блин, все, сдох. Ну, мне кажется, больше всего его защищают доспехи. Все. Ну, в принципе, я думаю, что он умрет, потому что, ну, сами понимаете, как-то все сжимается. И его просто распипелит. Но все произошло совсем иначе. Ну, эксперимент удался. Ну и все-таки последний эксперимент. Это у нас эксперимент под названием собака. Да, вот раньше, может даже и сейчас, но раньше прямо в Мелон Плейграунд очень любили делать из мелонов собак. Я уже плохо помню, что-то, как они их делали, но давайте вообще посмотрим. Ну, вроде, смотрите, вроде они делали вот сейчас. Ой, не так. Да блин, не так. Вот так вот. Это вот так вот. Это так. Это так. Это так, потом это вообще то же самое. Там у нас осталось что-то, да. У нас там осталось. И вот так вот.
Потом это у нас вот так. Я покажу самый легкий вариант, как ее можно построить. Это свинья. На самом деле это не свинья. Но у меня будет... Ой. На самом деле... Блин. Подождите. А, вот, я знаю как. Так вот. Все, у нас по идее получилось. Ну, это еще не факт. Теперь вот так вот. Это... Вот так вот. Это вот так вот. И по идее, давайте голову даже двумя скрепим. Давай, пошли! И... Простите, я там не вижу, но... Короче, эксперимент не удался. Короче, за все наши эксперименты удалось у нас как максимум 2 эксперимента. А всего их было 4. Ну ладно, на этом мой ролик заканчивается. Ставьте лайк, если вам он, конечно же, понравился. Ну а так, в принципе, всем пока!